Так. Чё же, клык и три не за УД. Клык стоит. Камни, спешки. Кстати, дешево сейчас стоят, желтые. Синие стоят. Синие еще дешевле стоят. Все, поехали. Паркуш. А кто танчит там? Хокмастер, давай в танк. Репичип. Да, Репичип, он танчит. Репичип? А, ну давай. Ну, стойте, дайте мне хилбот врубить. Успел. Кстати же, ты там напуливай, а? Я напуливаю. Меня просить точно не надо. Сейчас умру, кстати, дыря. Зачем вы двоих сразу закрыли? Да, не зря вот так выпучилось, да. Бичи, блядь, и потому не... что нахуй. А дотку никто не вешает, да? Да какая дотка, нахуй? Легли на трэш в ТГ 10. Так запишем. Так и запишем. А чё вы заходите? Выйдите отсюда, блядь. Выйдите с инста. Репичи, выйди, ты что, блядь? Сука. Запиши войд. Сейчас немножко освоюсь, я тут первый раз постанчу. Я, блядь, вас на ютуб записал, нахуй. Я вас записал, как бы. Бля, не надо. Ебать. Во-первых, агри по одному, блядь. Во-вторых, так-то захилиться можно было, блядь. Н хилить может, ретрик может, блядь. И два хэпала, блядь, ГЦ, нахуй. Еще и приз, нахуй. Ебать. И мы да падаем. Погодите, дайте мне, блядь, разбафать себе. Одного агри, аккуратно. Вы просто спульни. Дарк, ты где? Вау, он смог. Опа. Я понял, блядь, рыбу сел есть, блядь, челики пулят. Сейчас убьем одного. Ты хоть скажи что-нибудь. Дилку повесь еще на хокмастера или на холидринка. Повесил он тебя? Повесил. Стой! Рыбу жрите. Ёб твою мать, я сел хавать. Ну, жди там вообще пофиг. Господи. Там просто забей. Проговорил. Я понял, же. Блядь. Понятно, класс. Классно поел рыбу. Это с третьего трая получится рыбу поесть, ну. Некоторые боссов траят. Жаль, ну там, нахуй, а мы рыбу траем, нахуй. Просто рыбу не получается похавать. Я ебу, блядь. Дайте рыбу похавать. Да хуй знает, куда вы побежали, но я рыбу тут ем возле шкафа. Но... Да, я тоже хавать пошел. Если хотите, то подыхайте. Репичип не в себе. Вне себя. Ты говут, у тебя лапы там. Ну турина. 52 размер. Там 65-й, блядь. Чисто два этих, два ведра делаем. Ты еще и сова голая, ты вообще рофл. Голая сова. Хули голая, она пушистая, блядь. Посох сзади висит, все достаточно. Ну шо, блядь? Хоть бы прикрылся. В натуре. Постеснялся бы. Сова, надись. Репичип, у тебя че, не прокачана дотка в танке? Бесполезная хуйня. Какая дотка? Ну-ка давай его раскритикуем, блядь. Ну, который типа этот, какого? Ну зачем мне дотка, которая тикает по 100 реального урона, которая, ну, не несет себе никакого агра огроменного. Ну да, она нахуй не нужна. Вот и все. Ну вот так вот я посмотреть, вот... ну, нормальный спек, это самое. Ну, мне просто надо одеть очень сильно его. А, я понял, ты про глубокие раны. Глубокие раны надо вкачивать, да. Братан. Нет, 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 я их сейчас не буду, и просто прилетит. Нет, нет. Ладно, вот, я там посмотри, скажем, вот мид-дарк, у него, блядь, там хуя агро жестко. Не, оно, конечно, оно, конечно, не апнет, но тогда, ну, посмотрим, тогда посмотрим, что за место этого ты вкачал. Ну, допустим, так, рывок, хуй с ним, нормальная я тема. Я просто теряю 2 кд, чтобы повесить дотку. Ты имеешь в виду кровотечение, у тебя там какой-то талант от него или что? Ну, типа, да. Кровотечение больше урона делает, и все. Не, он про... Вот, ты, у тебя ранящий щит. Я про свой. А чё ранящий щит ты не вкачиваешь? Ну, тоже не вижу смысла, я же не забиваюсь полностью в блок урона. Смысл там нанесется 280 урона. Даже могу сейчас специально открыть калькулятор, посчитать, сколько у меня нанесется урона с этого ранящего щита, и понять, что это бесполезно. Да, зато когда на тебя рога какой-нибудь нападет, он сдохнет. А, когда рога на меня нападет, я ему ебало сломаю, и это будет на арене. Ладно.
Ходу надо ПВП. Вот сейчас... Ага. ПВП конкурс. Вот сейчас у меня... Бегал от нас. Потому что так надо было. Зато вас, блин, по КД там три вара имело. Дизарм Кидни Гоуш, ты мертвый. Давай, давай, выйдем с тобой на арену, я тебе покажу, блин, Дизарм Кидни Гоуш. Ладно, понял, блин. Кого? Чего? Стой, чё ты сейчас сказал? Гоуш? Да. Чё такое Гоуш? Ты знаешь? Парализующий удар. Ага. Так, значит... А каким макаром парализующий удар наносит урон? Да, это все интересно, это но вторая пати справа, первая пати слева. Так, чё, репетип танчит или хукмастер? Мастер то босс танчит, я посмотрю хотя бы. Так, чек на пул. Тут же свои таланты посмотрю. Ой-ой-ой, прям гении такие все, блин, мультиклассеры смотрю до хера. Чё, давайте, тихо. Не-не, пускай Гаушем убивает людей. Бля, страшно что-то. Кто стан? Кто сдохнет, тот, тот пидор. Ну я не считаю, я первый раз типа в РДД. Всё, блядь. Муж это самое. В школе расскажешь, короче. Да, в школе, блядь, расскажу всем. Хвастаешься. Чё это у меня за ДПС там такой, 20к, нихуя себе. Ты чё там, Джеймса собрал? Там выдаёт. ВХ собрал. Точнее, ВХ. Быстрее бы ВХ собрать уже. Чё там, гейзеры скоро, говорят, будут. Минус 2, да? Ну-ка. Какая жалость. Я могу любой момент сдохнуть. Да, да. Ты и так 5к даёшь, блядь, ДПС. Потому что я бегаю, мне неудобно кнопки нажимать. Тебе надо что-то менять, ладно. На это нам стыли, да, смотрите, РДшники, на нас там будет этот самый, не на ебланте там, блядь. Вот обстрел сейчас будет на нас гейзеры еще. Ляночка, как дела, блядь? Как дела? Есть такой макрос на Фурика, чтобы он просто по кулдауну там все выдавал? Нахуя тебе такая хуйня? Ну вот на собаке, чтобы я просто мог отбегать, эту кнопку жать, это у меня 4 кнопки, я заебался уже, мне пальцы болят. Нет комментариев. Все жмут, как бы. Типа нажимай. Что это? Ты тучку, шпшник, алло, нахуй. Это иди. Ебать. Уснул, что ли? Опа, сотрясающе. Падла ебаная дала сала, блять, тварь. У кого там кот мяукает, нахуй? Заебал. У кого там? Бегите или умрите, нахуй. Теджу, как дела? Все сбежались в стену, очень круто. А, это тебя подъебали, да? Я понял, блядь. Я бегу к стене, чтоб метку снести при... Чё, блядь, захилимся, пацаны, блядь. Они пошли в спину босса, просто ГЦ. Вы слышали? Блядь. Жрать просит, накормите кота, нахуй. Накорми кота, чё за хуйня? Да он... Я переведу тебе, я тебе с кошачьей приду, слышишь? А что он хочет? Сержу заебал, дай, блядь, китикета положи. Он хочет на верхнюю полку. А-а-а. Это, блядь, нихуя себе. Так ты ему покажи верхнюю полку. Кинь его на и полку. И поставь обратно. О, Медарк, тучка номер 2. Нету тучки? Нету. Ну тогда сдыхай. Ну, давайте мы сбежим. Пока. Видели, что было? Пиздец. Чего там? Гейзер и метка. Мы успели выбежать. Котик хорошо. Старенький, не может допрыгнуть сам. Лям, нахуй, будем добивать, не? Хапалы живые, это хорошо. Ложимся, говорит.
за 10 секунд 500 тысяч урона нанесли. Или умрите. Берегитесь. Опа. Отвлечение ебаное. Репетив, как дела? А, блядь, даже... Я знаю, кто мне это сделал. Это был я. Нет, я не буду говорить, что случилось, но я... Так надо было. Тапки хорошие, посох на СПД. Кому надо посох? Можешь тапки забрать. Можешь линкануть, пожалуйста, лут? То я вижу. Посох на СПД кому надо? Энг, да? На Элима. Кольчуга. А в чем прикол? Типа ЛМ с посохом. Че с посохом? ЛМ. Ну, не знаю, просто так. Ну, если кому-то надо, если что, у шамана посох. А почему бы нет? Они же всегда с щитами говорят. Тапки кому надо? Ну, я бы забрал, если никому. Так, они могут его хасать. Кому-то руки отдал. Что за тапки там? Уж у этого все, блять. Я бы на хапала собрал. У шамана. Какие нахуй хапалы, блять? В коневики надо кому-то? Нормальные тапки. Ляночка, Мидарк, надо тапки вам, нет? У меня есть. Ну давай. Лут еще один. Вот тогда ляночки закинуешь. А, ну что, там раз там 45. Ну и хапать еще надо. Ну, а дело второе. Если печать, если есть эти. Ну вот, заебись, я считаю, заебись. Там тебе руки надо. Так. Мидарк, у тебя есть ДЦ? Есть. Давай попробуем. Ты в ДЦ, наверное, я в сове останусь. Джифс есть? Да. Че найдем? Ебать, собака, ты сегодня заебала так, что я уже на трэше бегаю, блять, постоянно. Да. А, да это еще мало, Кость, ты че? Не помнишь, как мы первый раз затраили? Да. Я после собаки, когда на других иду, я по привычке бегаю. Такой кринж. Там, Агар, у тебя руки нужны? У тебя Дживс. Всем привет. Здорово. Привет. Привет. Ты так и есть. О. Да, мы серьезные ребята. Выбиваем нету собаку мест. Фиолетовую бить. Чарку. Нету мест, да? Нету. Ну ладно. Ну ладно, ливнул из гильдии, короче. Нет, так делать не буду, зачем? Да, если, cool. Если хотите, можно вторую десятку собрать. Вторую ТТГшку. Да, нет, можно это попробовать. Кара будет. А вот СЛК не хотите обычку десяточку? Я бы в Геру сходил на 4 босса. Я с тобой никакие СЛК больше не хожу. Да, бля, это что там дичь, блин, полная. Давай, жри быстрее, ману леса. Я бы за бича ДК сходил бы в СЛК десятку, кстати. А, ты еще не взял. За черепа можно сгонять. Нет, череп мне там... Блядь, я тебе Инер отдал, я думал, ты уже переоделся, блядь. А хотя я заберу у тебя череп, чё это я? Ну, конечно. Мидарк, ты чё там? Чё? Попросишь ты потом занятие денег. Ну... Да, понял. Вы там только начали, получается, ТГ? Нет, мы собаку уже убили. Собаку убили. Ну, ладушки. Может, тоже ДК одеть? Эхре. Сначала с варом разберись. Ну. Не с ним разбираться. Бесплезный кал. Ну да. Саппорт класс. Ну то есть получается пойдешь 50-кового целка, да? Ну оставь там слот под меня. Я схожу. Я сначала пойду в кару на ДК, а потом смогу сходить в целка вместе. Ладно, пойду на X5 на Артуру похилю. Пошли, так говно запинаем уже. Да чё ты? Сейчас 5 сек. Дарк не готов еще. Ну ладно, вы там, если ссылка будете собирать, черканите, пожалуйста, и эскортик. Ты сколько еще будешь времени плюсоваться? Сколько у тебя еще времени свободного? Не знаю. До 10. 100%. Это сколько примерно просто? По Москве? 2.5 часа еще. А, ну все, понял. Можно кару успеть и целука десятку успеть. Пошли убивать босса на 5-й категории на X5. Это, ну короче, после 50% уже там смотрите, распределяйте массакры на дыхание, а до этого там, я думаю, похилите.
Если что... Босс врает лицом, да? Да. Если что, этот Энг кастует через себя. Раньше цепуху. Времени не агри, жди отчет. Ханя. Ари, печи птанк. Я понимаю. Перекинь. Оп. Не проебите репичип, он это... Да, не проебем. Я прожмусь с чем? Так, даю отчет. Так, чисто тряпка. Вилане, дай себе льву на войд, да? Ого. Смотрим черный пол, там выходим из чё. Жарковато. Душновато как. То, что там потеня танка и занул нормально, да? Бдилку на полидринка кинь. Все, отойди, я постою тут. Отойди, тихо, мало, чтобы дамаг не получили. Я прикинул. Сейчас дыхание будет, готовимся, захилим. Эти пидоры идут. Ну, в смысле, эти, блин, мобы нахуй. Давай, Геру. Это меня. Отлично. Давай, Геру. Бублики вышли. Букмастер, Валиант, Седжи, выйдите. И с них сразу выйдите, чтобы захилить могли. Ну, ёбаное все нахуй. А, там сферы три штуки под боссом. Их надо убить, если что. Ёбаный в рот, нахуй. Ну они вас съедят, нахуй, если их не убивать так-то вот. Ну просто для справочки, блять. Ну все. Падаем, нахуй. На этом. Когда сферы под боссом появляются, вы свечитесь в них, нахуй. Потому что вы так хуй убьете босса, вы сдохнете, блять. Мне... Что-то дамаг хуйня какая-то, нахуй. Мана на сове закончилась. На какой сове, блядь? Кто там, блядь, еще живой? Убери эту хуйню. Че это за хуйня? Бес какой-то зловредный, че за пиздец. Может, давай я в ШП попробуем? Ну, я не знаю, блядь, два хпала захилят, нет? Нет, конечно. Ну, они сейчас нормально справлялись. Ага. Расскажешь потом. Сука, нормально, что я под ложным чуть не умер. Не, ну... Ладно. Ну, аргумент как бы. Кому саппорт надо обмен давать? О, сюда саппорт. А хули меньше там надо? Фришный саппорт. Потом выпьешь. Не, я сейчас выпью. Я лежал так долго. Понял, вагон влез. Где Виланин-то? Бегу. Спасибо. Когда там моя чарка, сука, выпадет, я уже заебался, нахуй. Иди контракты поделай, ты их чё? Когда Т6 выйдет. На туре, блин. Походу, или когда ДХ выпустят. В среду, короче. Да-да-да, в среду. Инфа по чарке 100%. Сейчас. Поставьте тут гильдбанк, возьму себе масло, блин. Ебать. Ого, там скример. Кого в мут кинуть? Ну да, сразу же говорить. Дайте гильдбанк кто-то, блядь, прием. Это миддарк. Ти говоря. Я его тогда просто тише сделаю. Да, вот все. Масло хоть намажу, блядь. Тише на 100%. И лапку, пожалуйста. Не, 70 ему сделал. И бдилку сразу. Не, все. Малой ушел. А, ну ладно, возвращаю.
кидать Струхина. Племяш орёт. Так, даю отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас запнусь, дети, я туда поставлю. Я танк. Берегитесь. Пора танковать на сальву. А что, мифик вообще больше не играет или что? Не знаю. Ну это ж, по-моему, Лёсон, это ж его. А чё за хуйня, не, нахуй? Мифик ник, по-моему, поменял. Или кто-то из логов, короче, из наших. Опять ник поменял. Вставай, короче. Там бат-портал открылся. Беги, беги отсюда. Ёбаный в рот. Спасибо, блять, бомжи ебучие, нахуй. Что, вообще непонятно, да, что на тебя бежит, нахуй? Там еще сфера, блять. Ай, блять, нахуй. Сука, ну почему вы не понимаете, блять, что надо отбежать? Дайте мне секунд 5 просто поставить босса. Вы просто влезли с него, я нихера кстати не было. Да тут не в этом дело. Там же на пулу есть, в смысле. Да не помогает на пулу, я его перегрить просто не могу, он бежит на войну. Дилку ты на кого дал? Нахуя Дринка дал? Нахуя? А, в смысле нахуя? Да у него не так много агро. При том, что срывает войд. На сову давай. Ну, и всегда, по-моему, дилку дают на РДД. А ты дразнищем пользуешься? Да, я все юзаю. Я и дразнищий, и этот, и таунт, и... Соли. Героический. Да. Так и живу. Мощных ударов щитом у тебя мало. Почему-то. Да нет, когда щит снижка. Потому что не прокуют. Должно это больше все быть. Ну, как у меня потом удача появится. Ему насчет танка, короче. Это реально невозможно. Там талантики вкачают, там шмотки. Символы какие у тебя? Ну, кстати говоря, по символам, там какая-то параша по символам стоит, нет? Какие символы? Символ табака. Символ блоки. Ну, я могу. Провокация ты... и блокирование. Шевая провокация и блокирование. А зачем? Ты же не блокер. Ты зачем он? О, символ блокирования? Он от мощного удара. Мощного, да. Мощный удар щитом. Тебе ну, больше, это... тебе больше символ бдилки даст. На 5% будет больше аграз передавать тебе. 10, ну, надеюсь. Он больше даст, чем этот символ. Я с ним играл. Просто 3 секунды почильте. Не один побью по это. Попередаю агро. 5, 4. Я с бдилкой наоборот бить должен, чтобы у агро больше было. А, ну значит ты бей, ты же другие почили, значит. Потому что, ну когда он так, вот так вот крутится из стороны в сторону, это полный кринж. Мне надо в спину бить. Вот, сейчас у меня послабее растет агро, а у вара получше. У меня 10%. А с символом бдилки будет еще лучше. Переставим, смотрим. У меня 40 агро, алло. У тебя вообще нету игра. Он только что скинул. Сфера на локе, лока защитуйте сейчас. Смотри, там не взорвись на земле. Как же страшно. Мне сейчас страшно. Так, сфера на сове появилась.
портал пошел. Походу в Лока пошел. Лок, это самое, смотри, по одной раздевай, об себя хлопай. И отходи, и отходи. Только недалеко от хилов. Сверки под боссом разобьете, с лужи выходите, черная хуйня. И бублики выносим. И с них выходим. Сферу рядом слить. Возле босса залейте сферу, сука, милики вас убьет. Эй, блять, просто минус 2, нахуй. Ни сейва, ни хуя, нахуй. Вот это дыхание надо было давать, блять, сейф, нахуй, и гимн, нахуй. А теперь мы просто как нари сдохнем, нахуй. Не знаю, нахуй. Сейчас бублики еще зайти надо будет. Проклятие, выходим, относим отсюда. Один в один не ставьте. И бублик сразу заходим. Я высох. И выходим. Ну добивайте там, по сути. Ебать, как вовремя. Здесь спасибо. О, тапочки. О, чарка моя. Сука, не то, нахуй. Я тоже, да, опять? Слава, я тебе расскажу, как добивать чарки. Ты просто не надеешься, что она выпадет, и она падает. На натуре. Лат, ты вообще просто не выпадешь, одни? Забей, ну, сосредоточься на другом, шмоте. Не, давай, у меня латы. Нахапало, нахапало. Надо вот кому-то? Я так взломан хожу, думаю, ну сейчас ножик выпадет. Алло, ноги нахапало, надо? Да, надо. Кому? Вилани. У второго пала есть. Так, кожа, грудь. О, вот это мне надо. Это не надо, да. Ой-ой-ой. Синдром друида. Я выиграл, я выиграл. Вален, ты куда побежал? А что, выпала чарка или нет? Ой-ой. Да нихуя не выпало. На СПД. СПД грудак просто на эрдру. Это кто? Сейчас помереть. Сейчас воет грудак со всеми чарками пособирает. Че, может похилимся, я хуй знаю. Там у воида уже целый сет. Это гашных шмотов. В банке. Там уже коллекция. Ренегата можно стать только на 80 левеле, да? Да. Немного извиняюсь, его сегодня покинул до крана. Сейчас пойдешь. Потому что ты в реале нас не покинул. В кару 10 опыт отрабатывать. Да? Не надо. Не надо. Выхожу из туалета. Я понял. Праздники слишком хорошо, походу, прошли. Ты там аккуратней ночевал. Аккуратней с мерзкими темами, тут девушка в канале. Я думаю, что всем им это знакомо. Это надо, типа, смотреть, кто в канале, заходить. Если одни пацаны, заходить. Мужики так сегодня посрал. Если я не ошибаюсь, то у вас там несколько девочек сейчас в канале. Вот это тем более. Я уверен, что всем им это знакомо, поэтому пофиг. Блять, меня три раза подряд морозит, ёбаный в рот. Только начинаю темное затмение отдавать. Что я увидел-то? Так ты отопление включи, ты че? Ну хорошо, вон, как ожан. Да нет, ну в смысле этот, вулкан кидается на меня от этого демона, беса этого. Я стою, блять, просто прокнуло затмение, я стою в этом вулкане, блять, как дурачок. Чисто как на этот, на ВВК, да? Вы хилить вообще будете? Ну, тури. Может, их тоже здесь заморозить? Я тоже босса, получается, отворачиваю, да, и стою, да? Или что я делаю вообще? Да. Там будет зеленое говно, окружающее называется. Вот эта картинка с мужиком, да. Первобытный ужас, отворачиваешься к нему спиной. Не, ну это я понял, все это понятно. То есть механика, короче, у всех миликов тоже отбежал, отвернулся. Ну, короче, сдохнешь, значит, ты не танк. Да, знаешь, я не суждено Кинг-Конга танчить. Да, на туре. Так, ну что, диспелят 4 человека в этот раз. Это Ретрик, 2 хэпала и Мидарк. Помогает. 2 хэпала хватит. Ну, ага, да. Если они будут диспелить втроем. Только вы встаньте в кучку, нахуй, не разбегайтесь, если себя они будут. И с репечи поможет подиспелить. Звезду поставил, звезде бегаем. Даю. А ты сейчас как демоны начнут, блядь, круги наяривать. Надо Ретрику тоже, блядь, диспелить. Отведи его подальше. Не-не-не.
А то что-то, блядь, расслабились. Еще подальше, Иван? Еще, да. Центр поставь. Нормально. Выносим. И сюда. Я понял. И звезду подходим. Следующий там же будет по кругу оставлять. Берегитесь. Отвернулись. Хуй дадите по ДПСить, да? То босс, то хилы. Что-то не тот босс, где ДПСить нужно. Тебя диспель. Станка диспель, блядь. Хуй нахуй. Метки выносим. Выносим, алло, блядь. И спим. Выбегаем. Отворачиваемся. Следующий вот тут будем оставлять. У стены. Чип что, не отбежал от удара, что ли? Да что-то я не могу это понять. Он двигается со мной, получается, я еще дальше отвожу от всех, да? Так ты возвращайся, когда удар прошел, блин. Я пытаюсь максимально ножу уйти, я просто не вижу, где у него максимальный ножа. Я там что-то не метров 5-6. Заебет, а? Сворачиваемся. Метки вносим. Ой, бля. Че, хер словил? Да нет. Я ни разу тут, кстати, хер не ловил. ДЦ? Че еще впереди? Торачиваемся. А я столько раз ловил. Тут оставляем. Ты заебали метки. Проведи босс. Дальше босса проведи. Проведи, блядь. Быстрее, беги от него. Ебёт, а? Блядь, ты там ты проводишь или не еще? Проводи в угол. Прожу. Мидар, какого хуя ты сдох, блядь? Метки выносите. Хули вы стоите с ними в рейде? Алло, нахуй, мечи. Ресу Мидарка не проебите. Блядь, прям в лужу, нахуй. Вы совсем дурачки, нахуй вы, блядь, хир ловите. Вставай и быстро, быстро в Мидарка шок закидывай. Пизду нахуй. Это быстро, блядь, было? Сука, бомжи, блядь. Бучие бомжи, блядь. Хулидринг, хиль флешками, блядь, хилов нету. А чё, здиспелить нахуй надо, да, свой, да, блядь? Пиздец, блядь, таких бомжей я не видел давно уже, нахуй. Диспельте, нахуй. Ну, просто вас двое не... осталось, кто диспелит. Ляночку захильте, она метку выносит. Берегитесь. Здесь тоже я всё наклеил. Всё наклеил? Заебали, кто там нахуй флудит, блядь? Шадоу зашел, флудит там что-то. Или кто, у кого там, блядь, активация? Сука, надо запретить активацию, заебались этой активацией, блядь. Я вот, видимо, никогда не полутаю отсюда ничего, на слово. Тут латы танковские вообще не падают, да, я так понимаю? Да не знаю, нормально падает. Не знаю, 3 КД не упало ни разу. Скажи ты моим ножам, Зуламан. Бля, пойдем завтра. 3 КД. 3 КД. Пойдем завтра. Не, спасибо, ты у меня уже маунта забрал. Я тебе маунта дам ролю. Спасибо, папаша. Хера так жестко. Так, что тут выпало? Хуйня какая-то, а да? Тогда, когда я тебя просил отдать его мне, то... Ну ладно. Флешку на полидринку закинь. Извини, я маунта дрочера. Такого же человека. Нет, ты просто дурачок. Да ёбаный в рот, куда вы все делись, нахуй? Никому мусор не скинуть. А всё, надо было раньше. А вот эта ткань, плечо, надо кому-то? Чё там? Если никому не надо, то заберу. Блинку закинул, короче. Ты так и 10 пошли в мусорном баке покопались, да? Чисто так. Ну, турин.
Че, в кару 10 пойдемте? Погнали. Ты че, надо кому-то? По фасту снесем. Не, потом целка, кару 10 сходим. А заходи к нам. А вы через сколько пойдете к